это все понятно. Не знаю. Мне это и это хочется взять отсюда. С другой стороны, этот дурак начинает летать. У нас уже есть два инсинерейта. Да, наверное, существо возьмем. Чтобы хоть что-то в этой деке работало. Третий инсинерейт, да? Ну ладно, возьму, почему бы нет. Неплохой маг. Раз, два, три. Опа. И надо заберу самый парящий карт. И трэшняк просто. Одно слово. Трэшняк. Куром насмех. Сразу три инсинерейта. Будем играть в адскую игру, ставить арсонисту, будут блокать. Будет пробивать на один лицо, ставить этого черта. Ему паровать, как-то после этого пытаться добить инсинерейтами. Да, у нас не будет слава Экс. Потом еще вот это неожиданно. Летает какая-нибудь такая вот ересь инфернальная. Флин, говорите, да? На ноль в кого-нибудь пулять. Ну, все равно там нечего брать. У тебя есть лайтинг элементаль. Да, он, кстати, еще более-менее в нашей дечке. Такой вот ходит. Давайте два хлхаунда будем играть. У нас есть флинг все-таки. Еще что-нибудь. Он ровно пьер, мы, видимо, резать будем. Или не, его как раз не надо. Один майти лип, может, не будем играть. Не знаю, чем. Не могу сообразить. 3, 4, 5, 6. Хоть вот этим туннельным играй. Это анблок был, делай. Жив-жив. Мы, кстати, тоже им будем играть. А чё нет-то? Голь на выдумке хитра. Феерическая дека просто. Придете нам. Посадим против каких-нибудь адских токенов. Зомби инфестейшн. Такой даже в типе играл. Когда-то. Помнится, была колода. Пхивал инфестейшн. А некоторые, как Игорь Александрович Горбунов, играли РГБ с двойными тройными костами, там лежал Zombie Infestation. Мощь. Самое смешное, он и выиграл этой декой. Вы говорите драфт моду. Троном не играть, лава экс просто положить. Такой лол. Ну что, буду так играть. Мне не нужен этот трон, я не буду играть с ними картами. Ни хонором, ни этим. Тут нечем контролить толком. Точнее, есть чем, но хочется все-таки проносить все быстро. Да, так, наверное, посадмитим. Плундам-то у нас там. Блин, этот на первый ход должен лечь.
Ну, сейчас играем 9-8 по Маути, наверное. Большинство их. Не, ну так точно нельзя играть. Может, конечно, выбрать лоукипера, но не хочется. Все-таки хорошо контролит, все отлично делает. Будем ждать следующего тура.